Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как отучить кошку громко мяукать по ночам. Ночная активность для кошки – абсолютно естественное поведение, ведь она от природы хищник, который отлично видит в темноте. Но что делать, если ночная активность животного мешает вам спать? Как отучить кошку громко мяукать по ночам? Давайте подробнее рассмотрим самые популярные советы на эту тему. Если кошка не дает спать ночью и намеренно будет вас своим громким мяуканьем, очень вероятно, что ей не хватает вашего внимания. Такими действиями она пытается наладить с вами хоть какой-нибудь контакт. Попробуйте уделять кошке больше внимания в течение дня. Разговаривайте с ней, играйте, дарите ей максимум ласки и внимания. И вполне возможно, что после таких ваших действий животное перестанет беспокоить вас по ночам. Хорошо покормите кошку перед сном, тогда она не будет мешать вам спать ночью. Постарайтесь большую часть дневной нормы корма оставить на вечер. В природе предки кошек после пойманной добычи всегда погружались в долгий сон, чтобы как можно меньше тратить ресурсы. Домашняя кошка ведет себя точно так же. После плотного кормления ее тянет в сон. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку подписаться. Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Чтобы кошка не беспокоила вас своим мяуканьем по ночам, разгрузите ее физически в течение дня. Играйте с кошкой, разговаривайте с ней, займитесь ее дрессировкой. Обеспечьте питомцу активность, пока вас нет дома. Например, установите для кошки специальные игровые комплексы и лабиринты. Если кошка никогда не мяукала по ночам и вдруг начала страдать такой плохой привычкой, обратитесь за консультацией к специалисту. Возможно, ваш питомец испытывает проблемы со здоровьем. Покажите кошку ветеринару и зоопсихологу. Теперь вы знаете, как отучить кошку громко мяукать по ночам. Помните, хороший уход и внимание со стороны хозяина способны отучить животное от большинства вредных привычек. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!